Друзья, всех приветствую! Я Маргарита Соловьева, активный участник сообщества «Суперкопилка». Начала свое участие в 2020 году. Сегодня я вам расскажу о новой акции, которая проходит в «Суперкопилке». А перед этим расскажу свою историю, как я сюда попала. Многие задают мне такой вопрос, и я хочу сегодня этим поделиться. О «Суперкопилке» я узнала в 2013 году. На тот момент я была совсем новичок в интернете, только сюда зашла, многого не понимала. Соответственно, увидев суперкопилку, узнав, какие здесь условия участия, меня это напугало, я скажу честно. Потому что опыта участия в инвестиционных проектах у меня не было. И, к сожалению, мне не встретился человек, который бы мне сказал: «Маргарита, не бойся, все будет хорошо, мы тебе поможем, ты во всем разберешься». Начинаю участвовать. Мне такой человек не встретился. Да на тот момент таких людей и не было, кто бы мог мне об этом рассказать. Это сегодня в «Суперкопилке» есть консалтинговый центр, где есть специально обученные специалисты, которые помогают работать в «Суперкопилке» и грамотно строить свой пассивный доход. У каждого участника есть свой персональный личный финансовый консультант, который с ним работает. На тот момент, когда я узнала о «Суперкопилке», такого центра не было. Соответственно, помочь было некому. А тот человек, который мне показал суперкопилку, он был совсем некомпетентен, соответственно, у нас с ним не было шансов начать работать вместе. Поэтому я не стала присоединяться. Но время шло, я работала в интернете, брала для себя партнерские программы, работала в матричных проектах, об инвестициях как бы думала, но не было проекта инвестиционного, который бы мог меня настолько заинтересовать, чтобы я туда принесла деньги. Проекты, конечно же, появлялись регулярно инвестиционные, но как только мне его предлагали, я его начинала изучать, через некоторое время он переставал существовать. То есть у меня не было шанса даже к нему присоединиться, потому что я не успевала это сделать. Проекты появлялись как грибы после дождя. Но желание инвестировать у меня становилось все больше и больше. Время от времени суперкопилка мне появлялась на глаза. Я каждый раз удивлялась, что ого, она еще работает. Ну, классно. И продолжала за ней наблюдать. Но наступил все-таки тот момент, когда я поняла, что все, хочу инвестировать, хочу заниматься пассивным доходом. Конечно же, я вспомнила про суперкопилку и в 2020 году к ней присоединилась. Теперь успешно второй год строю здесь пассивный доход. И, конечно же, я рекомендую это делать другим. Так вот, сейчас я расскажу об инструменте, который есть в суперкопилке для тех людей, которые занимаются рекомендациями. Давайте перейдем в мой личный кабинет, и я вам там все покажу. Итак, друзья мои, это мой личный кабинет, и здесь я вам сейчас покажу, как активные участники получают дополнительные бонусы, которые они используют для повышения своего графика. Как в любом нормальном проекте, здесь существует партнерская программа, где люди получают партнерские бонусы, партнерские вознаграждения. Но дополнительно к партнерской программе существует еще матричный бонус. Матричный бонус был запущен по инициативе одного из участников суперкопилки. То есть он подал такое вот предложение организаторам суперкопилки. Они его рассмотрели, увидели в нем плюс и решили его внедрить. Этот инструмент называется матричный бонус. Находится он вот здесь во вкладке «Партнерка». Вот здесь во вкладочке «Матричный бонус». И вот так он выглядит. То есть дополнительно к той партнерской программе, которая существует в суперкопилке, восьмиуровневая партнерская программа, здесь еще есть матричный бонус. Это такая мини-игра для тех людей, которые любят приглашать. Выглядит она вот таким образом, то есть это не та матрица, которая есть в матричных проектах. Здесь абсолютно нет никаких вот этих переходов по столам и всего подобного. Нет, это просто дополнительный бонус для людей активных. Все, выглядит это вот таким образом. И здесь вот в этой матричке скапливаются участники, которые регистрируются по ссылке пригласителя. То есть у меня вот здесь вот видите, да, стоит один зелененький значок, что у меня здесь уже появился один участник. Как только у меня вот здесь вот еще загорится два зелененьких значка, значит моя матричка закроется, и я получу бонус 20 тет. 20 тет внутри суперкопилки это $20. Сейчас в данное время в суперкопилке проходит акция до 31 октября, когда за матричку
Начисляется 20 ТЭТ. Именно акции у нас сейчас проходят. Но без акций по стандарту за закрытие матрицы у нас идет по 10 ТЭТ, то есть 10 долларов за закрытие матрички. Поэтому сейчас идет акция. Те, кто закрывают эти матрички, они получат бонус 20 ТЭТ. А те, кто после акции будут дальше приглашать, а я точно так же буду дальше этим заниматься. Соответственно, после акции, если у меня закроется эта матричка, значит, я получу 10 дополнительных долларов. Суперкопилка очень хорошо заботится о своих участниках, щедро вознаграждает тех людей, которые занимаются рекомендациями, то есть делают отзывы, рассказывают, показывают, объясняют людям вот эту возможность. И суперкопилка щедро вознаграждает таких людей. Помимо партнерской программы, помимо матричного бонуса, в суперкопилке существуют еще другие бонусы и акции, которые она дает своим участникам. Допустим, первый бонус, который получает новичок, это 30 подарочных долларов. Эти 30 подарочных долларов участник присоединяет к своему первоначальному взносу и делает первые вклады, которые у него начинают работать сразу со следующей недели. Сейчас я вам покажу на графике. Когда участник заходит в суперкопилку и начинает делать свои первые вклады, то суперкопилка ему предоставляет возможность более выгодно проинвестировать свои деньги. Участнику новому дается 16 недель с повышенным доходом. Соответственно, тот участник, который сразу делает вклады и делает их именно ровненьким забором, вот таким, тогда он со следующей недели начинает получать пассивный доход. Этот пассивный доход он может выводить, а может его копить и потом выводить. А может его реинвестировать и повышать свой график. Вот как это делаю я. То есть видите, да, что у меня сначала маленькие выплаты, потом я выращиваю их. Здесь опять ровно. Я подняла вот выплаты до 100 с лишним долларов. И сейчас я выстраиваю себе пассивный доход. Поэтому здесь, друзья, все индивидуально, но за счет того, что присоединяется новый участник, бонусом ему идут 16 первых недель, которые он использует с повышенным доходом. То есть первый бонус это 30 долларов в подарок, второй бонус это рекламные недели с повышенным доходом, третий бонус, который может использовать новичок, это акция «Стоп-долги», если у вас были потери в интернете, или, допустим, у вас есть кредиты, есть там проценты по ипотеке, или есть какие-то судебные издержки. Вы можете предоставить все материалы, доказывающие, что у вас есть денежные финансовые потери, какие-то документы, изображение того, что закрылся ваш проект. Ну, то есть вы можете документально подтвердить свои денежные потери. Вы можете подать заявку на рассмотрение. Суперкопилка вашу заявку обязательно рассмотрит, и если вы сделаете все так, как требуют условия, то вам будет начислен бонус на предоплату, и вы сможете использовать его для выращивания своего графика. Суперкопилка – единственный в интернете проект, который возмещает людям денежные финансовые потери. Это третий бонус. Четвертый бонус – это колесо фортуны. Тот участник, который заходит в суперкопилку от 100 долларов и выше, он может подать в текущем месяце, в который он зарегистрировался, заявку на участие в колесе фортуны. Это такая лотерея, где рандомно разыгрываются бонусы. И тот участник, который заходит в суперкопилку от 100 долларов и побеждает в этой лотерее, то есть становится победителем, он получает 10% от своего первоначального взноса. Если вы зашли на 100 долларов, вы получаете 10% от 100 долларов. Если вы заходите на 200 долларов, вы получаете 10% с 200 долларов и так далее. То есть суперкопилка дарит дополнительные деньги, дополнительные бонусы, которые можно использовать на повышение графика выплат. О других бонусах я вам обязательно расскажу в следующих видео. Обо всех условиях участие в бонусных программах или в акциях вы также можете у меня узнать по контактам под этим видео. Поэтому жду вас в личке, задавайте вопросы, я обязательно вам отвечу, как вам более эффективно сделать старт суперкопилки. Также в суперкопилке ежегодно проводятся масштабные акции, когда любой участник может за счет начислений по акции еще больше повысить
свой доход. Вот здесь вы видите у меня на графике резкое повышение. Это акция «Грант», друзья. Совсем недавно в суперкопилке прошла акция «Грант». Я в ней, конечно же, поучаствовала, потому что я не могла пропустить такую возможность. И за счет бонусных денег в акции я себе очень быстро повысила вот такой доход. У меня стояла первоначальная цель, когда я пришла только в суперкопилку, вырастить свой график до 100 долларов. Это была моя первая промежуточная цель. И вот благодаря акции «Грант» я повысила свой график на 110 тет. То есть видите, да, вот здесь вот 110.76. То есть это все благодаря вот этой акции. Так что я своей цели достигла гораздо быстрее и еще достигла ее с превышением. Это очень удобно, друзья. Поэтому каждый год в суперкопилке проходят вот такие масштабные акции, которые может воспользоваться любой участник по своему желанию. Плюс, друзья, это еще не все. За то, что я поучаствовала в акции, я написала отзыв о своем результате. За что мне суперкопилка еще начислила дополнительные деньги за то, что я написала отзыв. Да-да, друзья, вы не ослышались. Суперкопилка платит деньги за отзывы. Я очень люблю в социальных сетях писать разные посты, что-то делиться своими результатами, новостями. И вот в других проектах, где я участвую, нет такого, друзья, нет. Я там просто пишу отзывы на свое усмотрение, как говорится, по своей инициативе. А вот те отзывы, которые я пишу в суперкопилке, она мне их оплачивает. И вот это видео, которое я вам сейчас записываю, я его отправлю в суперкопилку, и мне начислят дополнительные деньги за то, что я делюсь с вами информацией, друзья. Вот такая вот интересная суперкопилка. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши деньги начали работать уже с сегодняшнего дня, напишите мне, под этим видео есть контакты. Я вам объясню все нюансы, расскажу, с чего начать, и мы будем вместе с вами строить пассивный доход. Друзья мои, вот я вам показала, как вы можете здесь строить свой пассивный доход, а если вы активный участник, вы можете еще дополнительно зарабатывать на партнерской программе и на матричном бонусе. Но если вы хотите, чтобы ваши деньги начали работать уже сегодня, напишите мне по контактам под этим видео, мы с вами свяжемся, я вам обязательно расскажу, с чего начать. Также с вами обязательно выйдет на связь финансовый консультант, который вам объяснит все тонкости и нюансы. У вас будет очень много помощников для того, чтобы вы грамотно строили пассивный доход. Поэтому жду вас на связи. Меня зовут Маргарита Соловьева. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Всем пока!